ребята уже с Сальска, которые, они уже долго играют вместе, уже на протяжении, наверное, 2 лет. У нас команда такая в стадии только становления. Я думаю, ребятам хочу поблагодарить всех ребят. Они сегодня выложились, отдали, но немножко расслабились. И у нас очень сильные индивидуальные ребята. Могут обыгрывать, но пока у нас нет командной игры. Вот над этим будем работать.